Так, тут все. Симочки, да. Че у нас следующее по сюжетке? О, вернулись на корабль теперь опять. Критические удары можно включать. Поехали. Нужны ли они нам? Критами захуярит всех волков. Да там непонятно. Там есть скилл, который вообще криты выключает, но дает 66 плюс к урону, короче. Либо чуваки разъебанные валяются. Костям уже какое-то время теряет члена своей свиты. Так что нашел тупо его техножреца у ворот, ведущих в секретную лабораторию Утера. Это уже обратно на корабль мы вернулись, да? Угу. Членов свиты теряет, видишь? Свои сайдники разъебаны валяются. Хлам. I've obtained the quarantine logs, Inquisitor. The research cloister has been sealed off on account of demonic infestation. You won't be able to leave the facility until it is secure. Надо убить всех. Trust me, it will be secured soon. Бетти, кстати, уже прокачал два улучшения на свой автомат. Прикольное улучшение, кстати. 12% к урону и 36-9 очков здоровья за критические атаки. Ну они же у тебя хорошо качаются, не пишу, блять, у меня. Ты прокачаешь книгу. Идем. Как ее? Ебать, не сбил пес. Так меня сбивает, а потом я ходить не могу. Нихуя ценит, тут, короче, хуйня какая-то, блядь, приросла. Ряженка, блядь. Продолжает свое гнилое дело. Смодесетник, блядь, распидорасил. Что-то они лютые, эти монстры, что-то. Долго пиздец. Demonic infestation in effect. Subject 872K has breached containment protocols. Area in lockdown. Пиздик. Кто со мной говорит? Я слышу голоса. Ой, нападают со всех щитов. Давайте горите в аду. О, готовится, готовится. Бля, сколько тебе? Ой, а меня в спину. На тебе, ублюдок. Постой. Горите. А мне пиздят идти. Почесал глаз. Хорошо, хоть глаз. Шоколадный мог почесать. Demonic infestation in effect. Subject 872K has breached containment protocols. Area in lockdown. О, сундук, нихуя себе. Area. Сундук, я вообще. Ну ладно, хуйня в сундуке. Ни одна зеразовая выпала. Я вообще ничего не выпало. Бабки. Да-да. Все. Суки, твари, падлы. Поехали дальше. Телепортик нахуй сломать, чтобы не портались. Я не все равно успели напортаться. Ох ты пес, нихуя себе. Demonic infestation in effect. Subject 872K has breached containment protocols. Area in lockdown. Заливаемся спринцом. Он справа бегут. Спотыкаются. Мы так хуяк стопорнули. Хуяк еще раз. Хуяк и вообще. Хуевертили. Припасы. А у меня полные.
кофе. Аля кофе. Нектар богов. Demonic infestation in effect. Subject 872K has breached containment protocols. Area in lockdown. Че, он все время будет пиздить эту штуку? Ты не вспыхнул, дерзь. Почему? Заваляйте. Ебать, ну как ты, сука, сколько на вас надо ауешек, чтоб всех изъебать. Ой, ебать, он ушел просто. Получил, блядь. Длинная очередь врыла она. Все, хватает вроде. Ля. О. Дал, да? Че там? Infestation in effect. Subject 872K has breached containment protocols. You really didn't remember anything, did you? Something is coming back, but it's unclear. I underwent a mind scrub, but so that is what you did eventually. You sacrificed yourself, but not in the way that I'd expected. Who are you? Кто ты такой, блядь? Am I? You Кто я? Кто? Где? Кого? Зачем? You were an inquisitor in pursuit of the greatest secret of the Caligari sector. The research of Uther Tiberius. I guess I didn't find it. Otherwise we wouldn't be standing here. You got close. And you got careless. Получается, you made мы его учитель, choices, или мы Утер Тибериус. And attracted the attention of first the Conclave, then the Grey Knights. There is no escaping from the secret protectors of the Imperium. Only death absolves, right? So that was your plan. You sacrificed your former self. And I have returned as someone else. You told me to take on your mantle, and I obeyed. Through pain and fire, I hunted relentlessly for the martyr. I did what you taught me. I fought, investigated, made pacts and broke them when I had to. And when the warp spat out Uther's floating fortress monastery, I was ready to find it. And my path eventually led to the martyr as well. It cannot be a coincidence. Only the Emperor's will, because you found me now when I'm so very close to finding Uther's greatest secret. We must talk about this, but first we purge this area. Зачистим эту область. I'm ready for the sacrifice it takes. And should my plan succeed, we might meet again. Видосик. Новая улика. Новая улитка. Кровение. И что это за пёс с нами бегает теперь? Uther Tiberius wanted to create an army of former demon hosts. He sacrificed countless lives, sentenced them to damnation, only to make a handful of survivors immune to chaos. I think I know why the martyr had to leave the segmentum Pacificus. Шариков, блять. О, сундук вижу. A whole army of loyal warriors immune to the war. Ой, там турель. Ready to conquer the Imperium. Ой, там их несколько. Once you would have embraced the idea. I am not the same person anymore. Ля. Вот демона создавал. I pray to the Emperor that you are. Редиска. Люди сети стояли. Колбы с людьми. Он сломал, хилит, нихуя себе. У него хил. Тут почти раз получается. Ну иди хил, блядь. Иди, давай хил. Пес. Вообще-то хуёво, что он с ним бегает. Ёбнул, блядь. Бля. А вот он сундук. Забираем. Какой-то химический реагент. Все. Да это вот хуйня, разбираешься когда. Нет, пошли. О, турель вырезал. Еще один.
Что-то не тут порядку. Откуда они трясаются? Я подавлен, Шурик. Что мне делать? Собраться, боец. Колбы с людьми, нахуй разъебать их. Никаких киберсолдат. Разъебать. Запрещаешь. Я вам запрещаю срать. Статую поломал. О, еще какой-то спидорасил. Статик расплющило, блять. Цени ноги валяются. Это такое ощущение, что он с высоты какой-то шмякнулся. Да-да-да. О, бля, вон они ходят. Держите, пацаны, он подарок. Забери эту хуйню. Ой, тут Басян даже идет. Бля, это пошел сразу вперед, пес. А он еще и ближнего боя боец, блядь. Джары все. Колдуют шаман сатанист. На нахуй, блять. Спустились. Ой, они родили сына. Сейчас его пожарим. Нахуй, блять, колбы. Все сломать. Дать мне сундук со желтой броней, которые приебали. Ай-яй-яй-яй-яй, атакуют петухи. Мать, я вас морально подавил. Теперь не лучше. Инкапсулятор. О, тут сундук крутой. Ну-ка, чё тут лежит? The chest was just a bait. Всего лишь приманка. Ау! Нас наебали, как обычно. У, петухи. Зелье обманули. Как они посмели? Деда, блять. Как может деда обманывать? Блин, такой сундук был пиздатый, я думал лежит что-то пиздатое. А там лежало хуем по губам. Это, блядь, стулья нахуй. Хуя. Стулья. О, кровище, о, кровище, что тут было, блядь? Везде какая-то размазанная кровь. Сбивали, получается. Так, ну я тебя жду тут. Это я что-то посыкиваю. Тут, походу, сейчас будет... резня. О, ебать, там свиноматка какая-то, походу. И не одна, походу. Угу. Are you ready? Time to purge the unclean, Inquisitor. Side by side, like we used to. Ну давайте, ну нахуй. Я пойду стрелять чуть говном. Жопы, пацаны. Я нахуй меня спидорашил коту. Ой, блять! Жоп называется. Сдох? Ага. Это не лесной. Ну тут в принципе похуй. Кстати, недалеко висает.
Бля, это хуйня еще наступает. Ой, почти сдох стал. Надо вон те эти разжальницы, блядь, разбивать. Так просто их не забьешь. Ой, они ко мне идут. Надо, чтобы заходило, не ебнули, блядь. Уходим, уходим, уходим. Оставайтесь там, а ты чё за мной бежишь, пёс? И мелкого тоже. Тогда надо вторую разъебать. Блять, рожать. Хуяк, это ракеты зелёные летят. Это она плюётся яйцами. Всё, я разъебал две. Осталось босса теперь ебашить. Она хиляет ещё какую-то. Сдох! Я сдох! Ты снешь меня, я лежу далеко. Бля, не знаю, тут слишком много мелочи. Мелочи поплюсуй, сможешь. Так, вижу, ты лежишь. Попробую яснуть, если успею. Выйди, успеваю, яснул. Уходим. Ебать, я нахуя эту хуйню. Бля, что я делаю? Нихуя с ней желтизм. No demonic presence detected. Lockdown deactivated. Good work. Tell me, Klosterheim, did you miss all this? I refuse to burden myself with redundant thoughts and emotions. But I admit, it was a satisfactory experience to fight that battle together. The research cloister is connected to Uther's inner sanctum. That is where Uther secreted away his most treasured research. Are you ready to enter? I need to return to my retinue first and make the necessary preparations. Сначала мне нужно подобрать лут, а потом уже... I'm not going to shit. Trust me. Where would I go? I will meet you here when you return. Я на вас такая бы не пойду. Ах ты пёс! Не пойдёт. Ну кто тебя будет спешивать? О, какой-то ещё жезл жёлтый дали. Ой, надо бы всё собрать. Не успеем. Сколько что-то повыпадало всего. Давай. Сколько ж богатств. Я богат, я состоятельный. А что там, там дальше сундук еще. Давай, 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 быстрее, 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 сундуку. Так вот зачем ты бег прокачал. Чтобы успеть под конец сундуки залутать. О, а тут был этот самый алтарь, прикинь. Алтарь был. Че, там ничего не было? Сундуков? Там тоже алтарь был. Два алтаря было тут, на самом деле. А мы приебали. Ну ладно. Ну и все. И все. Ох, ебать. Картиночка. Понавешали на себя всякой хуйни. Уважаемый человек. 38 уровень. Отлично. Продолжить. Так, что за жезл? Откровение. Быть инквизитором требует сильной психической дисциплины, но я должен признать, что теперь я чувствую себя несколько потрясенным. Телема была права, видения были не видениями, и откровения остаточно следами прежней операции по очистке ума. Я добровольно подчинился полному возлиянию своего прежнего я, но некоторые... Слова, как другие импульсы, как голос Кластерхайма в зале воспоминания нашего судьбоносного разговора, когда я получил ему продолжить мою священную работу, связанную с мучением. Ну, короче, нам стерли память, Шурик. Вот петухи, как они посмели. Но мы все равно нашли, вляпались в дерьмо. Ну что тут, дали щит, прикинь, и меч, короче, желтый. Хуенчик тебе дали. Моча он такой желтый. А мне дали какой-то посох желтый, но хуёвый, одноручный. Надо его разобрать, я считаю. Важные детальки. Да, важные деталюки. Так вот.
Так, что еще тут нужно? Все остальное все продавать. А, не, хотя подожди, а тут в сундуке есть что-то? Нет, нет. Все, на продажу. Тын-тын. Ну это давайте попробую разобрать. А, ну что там, открылись новые какие-нибудь? Не открылись. Блин, долго качаться придется так-то.